Несмотря на то, что по погодным прогнозам минус 5, на улице довольно пасмурно и холодно. На лицах тамбовчан в преддверии праздника совсем нет улыбок. И сотрудники госавтоинспекции решили это исправить и поздравить наших защитников Отечества с их праздником. Здоровье, терпение и, конечно же, всегда зеленого сигнала светофора. С такими пожеланиями сотрудницы ГИБДД отпускают сегодня всех. Внимание отдам в форме водители получают как никогда много. Помимо приятных слов, каждому остановленному защитнику полагается еще и подарок. Причем не один. Мы дарим только полезные подарки. Если в автомобиле у нас передвигаются дети, то они получают специальный световозвращающий элемент. А водители сегодня в подарок от госавтоинспекции получают портмоне для документов. Праздничная акция скрасила рутину ежедневной дороги многим военнослужащим, воинам запаса и их пассажирам. Кстати, проводится она в Тамбове больше 15 лет. И многие тамбовчане про нее уже знают не понаслышке. Однако до сих пор встречаются и те, для кого такая проверка документов является приятной неожиданностью. Я не нарушаю правил, обычно останавливаю только для проверки документов. А сегодня? Ну, неожиданно. Не ожидал, конечно. Спасибо огромное. Госинспекция, в принципе, она проверяет нас на дорогах. Это, конечно, ну как неожиданно. Перед праздником особенно неожиданно. Тем более, когда с приятным поводом, а не по какому-то другому. Но мы не нарушаем, нам нельзя, поэтому мы военные. И мы стараемся вести четкую дисциплину. Поэтому зачем мы будем портить отношения с другими участниками автомобильного движения? Не за горами еще один праздник, про который госавтоинспекция тоже никогда не забывает – 8 марта. Так что, представительницы прекрасного пола за рулем, помните, что если в Международный женский день вас остановят сотрудники БДД, то он может оказаться не с пустыми руками. Полина Матовникова, Илья Тырса, Данил Лычко. Область новостей.